Проект застройки левобережья Красноярска отправили на доработку, а публичные слушания по нему перенесли на 4 месяца. Городской администрации извинились за непрофессионализм при проведении общественного обсуждения. А также пообещали, что будет проведена дополнительная работа и оценка всех предложений от горожан. На основании этого градостроители внесут изменения в документы территориального планирования, а новые публичные слушания по проекту проведут в мае-июне следующего года. Напомню, что планы по застройке левобережья опубликовали 15 ноября на сайте администрации. Проект касался всего левого берега. От микрорайона Солнечный до Удачного. Чиновники и застройщики провели серию общественных обсуждений проекта, на которых жители высказывали свое возмущение. В частности, горожане раскритиковали проект застройки Академгородка и микрорайона Удачный. Люди требовали сохранить городские леса и снизить высоту зданий. Во многом благодаря непрофессионализму был спровоцирован такой вот социальный всплеск и эмоции, поэтому главой принято принципиальное решение процедуру публичных слушаний в установленном законом порядке завершить. Мы знаем, что до 5 декабря еще принимаются официальные замечания, предложения, и они будут аккумулироваться. На основании этих поступивших замечаний и тех замечаний, которые были собраны в процессе публичных слушаний, будет проведена дополнительная работа и тотальная оценка всех предложений.